А сразу после церемонии прямо в Театре оперы и балета состоялось третье заседание попечительского совета. Какие вопросы обсуждали, рассказали председатель совета Андрей Комаров и губернатор Борис Дубровский. Программа реконструкции театра касается помещений, которые требуются, новых помещений, которые требуются театру для хранения декораций. Это касается постановки в этом году, новой постановки, которую попечительский совет будет курировать, и других вопросов жизнедеятельности театра, в том числе и предоставления жилья работникам театра. Собственно, мы вот в этой сегодняшней работе нарабатываем эту практику взаимодействия, практику участие в жизни театра, которое, я надеюсь, будет реализовано и в других театрах. В театре драмы, в молодежном театре. Театр драмы у нас уже есть, попечительский совет менее активно работает, чем здесь. Но, собственно, выработанную некую тактику развития этих компетенций мы будем тиражировать.